Леонид. Настоящий герой Спарты. Мы бы оказались в рабстве у персов, если бы не его мужество. Его кровь течет в твоих венах. Так мы с тобой родня царям. Ты не просто наемница. В тебе течет кровь героев. Кровь сильных. Помнишь, что я говорила? Люди могут попытаться забрать нашу силу. И ты обещала защищаться. Твое копье. Это лишь слова Пифии. Пифии, она мне не указ. Довольно! Мы устали от твоих надменных речей. Спарта не будет воевать. Так сказала Пифия. Пифия лишь повторяет ваши слова. Она слишком долго слушалась вас. Пришла пора покончить с этим. О, царь Леонид. Время героев прошло. Думаешь, кровь что-то решает? Если разрезать тебе вены, она впитается в землю и не останется ничего. Ты никто. Что же, тогда подходи. Твоя судьба известна, сын льва. Ксеркс объединит нас. Он привнесет порядок в хаос. Ослушайся, Пифию, и все, кого ты любишь. Все, ради чего ты жил, исчезнет. Собирай всех. Мой царь. Ксерксу нужна Спарта. Пусть победит меня. Невероятно! Ты понимаешь? Что мне делать? Пора принять свою судьбу. Нам обеим. Если не поспешим остановить культ, подвиг и гибель Леонида будут напрасны. Наш род восстал против поработителей. Пришло наше время. Так, так, так. Мать и дочь, наконец, воссоединились в Спарте. Полюбуйтесь, богини среди смертных. Царь Павсаний. Это честь для нас. Очень сожалею о твоем отце. Да, наши отцы гордились бы, увидев нас. Ты помнишь Кассандру, мой царь? Как ее можно забыть? Была готова умереть ради брата. Трагедия. Невинное дитя, обреченное безжалостным законом. Безжалостный закон? Спарта подчиняется ему. Но ты говоришь разумнее. А ты говоришь так, словно якшалась с афининами. Я была на паре симпосиев. Так или иначе, ты нужна своей стране. Вы обе нужны. Законы нужно изменить. Взгляни на нас. Я согласен. А царь Архидам? Он бы нанес букву закона на грудь каждому спартанцу, если бы мог. Всю жизнь меня окружают опасности. Если я вернусь в Спарту, я бы хотела видеть ее мирным государством. Мир? Какой ценой? Спартанцы не могут не убивать. А если не воевать с афинами, начнутся междоусобные склоки. Но хватит о мертвых, сменим тему, да? После того, что случилось с моим отцом в Мегариде, Спарта забрала наш дом. Верни его. Не дерзи, дитя. Может, Спарта больше не твой дом, но я все равно твой царь. Мы смиренно просим тебя и царя Архидама выслушать нас, принять под свою защиту и вернуть наш дом. Конечно. Я желаю того же. Но Архидам, похоже, все еще не простил тебе тот случай с носом. Как нам его убедить?
Множатся слухи о мятеже элотов, а криптии подливают масло в огонь. Жестокие казни, истребление скота, гниющие на улицах трупы. Криптии – пример великолепной военной подготовки спартанских солдат. Их дисциплина и бесстрашие заставляют наших врагов трепетать. Так и было. Но сейчас они жадны до крови и денег. Они учат мальчиков убивать безоружных крестьян. Ты хочешь вернуть свой дом? Что ж, покажи элотам, что мы больше не поддерживаем криптиев и их методы. Где мне стоит начать поиски криптиев? Одного ты найдешь в крепости Заракас. Еще один охраняет дом спартанского лидера. Третьего найти сложнее. Последний раз его видели в деревне у холма элотов. Из всех троих он самый шумный. Криптии, кто они такие? Я хочу знать о них больше. Это тайная группа. Они специально подбирают мальчиков, тренируют, морят голодом, заставляют красть и убивать. Самых успешных переводят в царскую стражу. Но зачем мне их убивать? Долгие годы криптии держали элотов в узде. Если кто-то поднимал бунт, его наказывали. Но с недавних пор они начали истреблять мужчин, женщин и детей, всех без разбора. Младенцев отдают на съедение волкам. Теперь криптии не войны, а безжалостные дикари. Что мне следует знать о царе Архидаме? Чтит законы, жесток, скушен. Считает, что древние традиции – благо для народа. На горе Тайгет принял сторону старейшин. Если взамен нам вернут дом, я убью криптив. Архидам чтит традиции, а я убью его криптиев. Он может обрушить свой гнев на Павсания. Так хорошо было на Кефалинии. Все просто. Пусть даже Маркос был болтливым глупцом. Надеюсь, меня еще не заметили. Кажется, я что-то видел. Вернусь на пост. Смотрите! Что там у вас? Похоже, здесь ничего нет. Я видел, где лучше. Обо всем странном сразу говорит мне, ясно? Понял, глядите в оба. Здесь никого. Все кончено. Как приказал. Ah!
Это криптии. Слушайте, я повторять не собираюсь. Вы воняете, как свиное дерьмо. А ну замолчите! Не то зарублю! Не угомонитесь, все зубы вам пересчитаю! Меня будут изучать. Нужно действовать осторожно.
Надеюсь, меня никто не заметит. Нашла. Нашла. Брасид говорил об этой каменоломне. Если меня... Оружие должно быть где-то здесь. Я должна убить только одного спартанца. Остальных лучше не тревожить. Нужно убить их командира. Одна есть, еще четыре.
Вторая. Где остальные? Три стойки уничтожено. Еще немного. Хочешь умереть? Ага! До конца! Осталась одна. Беглянка здесь!